два основных тайма, два дополнительных и серия пенальти. Накануне «Динамо Авто» прошел все пункты регламента Кубка Молдавии. Битва за путевку с бельцами точно возглавит рейтинг самых напряженных встреч розыгрыша. Основное время тираспольчане вели в счете, в самом конце упустили преимущество. Дополнительные таймы по 15 минут. Футбольные качели раскачиваются то в одну, то в другую сторону. Первый отрезок бельцы забили, тираспольчане сравняли. Второй – та же схема. За 120 минут счет по-прежнему ничейный – 3-3. Судьбу последней путевки в полуфинал определила серия пенальти. Решающий момент – вратарь динамовцев Максим Бардаш парирует удар и выводит свою команду в следующий этап. Приднестровское дерби в полуфинале – «Шериф» и «Динамо Авто». В решающей стадии точно будет играть одна команда из Тирасполя. Какая? Узнаем уже 26 апреля. В ожидании большого футбола скучать не приходится. Сока в разгаре, а Малига готовится к третьему туру. Кишинев, Лаизвор вечер пятницы предлагает 4 баталии. Динамис и Виктория, Еловен и Газ против Тирасполя, Нистру с геотермалом. И, конечно, Топ Эстейт, Авангард, ТВ ПМР. Время выбирать фаворитов. У нас он только один.